Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует компания English School. Меня зовут Гарпинич Вера Алексеевна, и сегодня я расскажу вам про самые популярные фразы на вокзале. A ticket to London, please. Билет до Лондона, пожалуйста, говорите вы в окошко кассиру, когда покупаете билет. Конечно, вместо слова London вы употребляете то направление, куда вы собрались ехать. A ticket – это билет. A ticket to London, please. Да? Билет до Лондона, пожалуйста. Если вас интересует, сколько он стоит, вы спрашиваете «How much is it?» Да, «Сколько это стоит?» Вы не поняли, что вам ответил кассир, да, пробурчал или было очень громко и шумно на вокзале. И вы, не стесняясь, спрашиваете «Could you repeat that, please?» «Could you repeat that, please?» «Не могли бы вы это повторить, пожалуйста?» Вы поняли, что вам в итоге говорит кассир и спрашиваете, во сколько поезд отправляется. «What time does the train depart?» Да, во сколько поезд отправляется. И вас еще, конечно же, интересует, с какой платформы. И тогда вы спросите, which platform is it? Какая это платформа? Вот и все, вы купите билет, все будет хорошо. Удачи вам в изучении английского языка, успехов вам в изучении английского языка. С вами была Гарпинич Вера Алексеевна и компания English School.